Почему романтика моря так популярна в Славянске на Кубани? Ответить на этот вопрос могут участники школьных команд. Именно они участвовали в ежегодном районном конкурсе «Юнг. Алые паруса», посвященном памяти основателя клуба «Фрегат» Александра Александровича Кравчины. Для юных славянцев, неравнодушных ко всему, что связано с морем, нет ничего интереснее, чем демонстрировать свои знания в области морского дела. Актовый зал 12-й школы заполнился славянской детворой. В конкурсе приняли участие 11 школьных команд муниципалитета. На корабле школьной сцены ребята отправились покорять своим выступлением сердца жюри, учителей и всех гостей большого праздника. Начиная с первого конкурсного задания, маленькие юнги стремились выразить свои мысли и чувства через стихотворения, песни и танцы, стараясь не подвести команду. Главная цель конкурса – популяризировать среди юношества профессию моряка, прививать любовь к морскому делу, воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма. В этом году в конкурсе участвует 11 команд со школ Славянского района. В каждой команде у нас 5 членов команды, участники, и еще команда болельщиков существует. У нас есть специальный приз на лучшую эмблему и на лучшую команду болельщиков. Конкурс «Морских юнг» для учащихся начальной школы каждый год вызывает все больше и больше интерес. И мы надеемся, что он в дальнейшем охватит большинство учащихся начальных классов. Он интересный, там много конкурсов необычных. Он проходит всегда в такой волшебной полусказочной обстановке. У нас тут и пираты, и моряки, и много приключений. И призы, конечно же, в конце концов. Я сегодня желаю всем командам стать самыми лучшими, самыми яркими, самыми сильными командами и стать победителями. Районный морской конкурс «Юнг. Алые паруса» дает увлеченным ребятам все возможности, чтобы выступить ярко и убедительно, показать свои умения. И здесь, как и в морском плавании, очень многое зависит от капитана. Я впервые со своей командой участвую в этом конкурсе. Я думаю, что мы выступим очень хорошо. Я со своей командой очень люблю морскую тему. Нам нравятся корабли, море. Разные места, в которые приплывают эти корабли. Представляю я вам команду свою. Я штурман, я судно к победе веду. Я в космос, в порядке корабль держу. Сигнальщик, сигналом я все доложу. Матрос я, любую проблему узлом завяжу. По конкурсному сценарию участники прошли все испытания, побывав на островах «Смекалка», «Логика», «Олимпийская скала», «Морской узел», «Сигнал», попали на пиратский остров под названием «Швартовый шпиль», где находились сокровища, чтобы в конце концов добраться до сундука с наградами и получить звание настоящего юнги. На протяжении конкурса болельщики активно поддерживали свои команды. Победила в конкурсе «Юнг. Алые паруса» команда «Фрегаты» 17-й школы. Призерами стали ребята из команд «Юнги» 38-й и «Парусы» с 39-й школы. В дополнительной номинации «Лучшие болельщики» победителем стала команда «Бригантина» из 18-й, а в номинации «Лучшая эмблема» не было равных «Фрегату» из 17-й школы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».